Катя, загадываешь ли ты желания в новогоднюю ночь? Сбываются ли они? Я как раз тот человек, который судорожно пишет желание, кидает его в бокал, жжет, выпивает этот бокал и всю эту процедуру делает под бой курантов. Да, загадываю. И, честно говоря, я не помню ни одного желания, которое я загадала таким образом. Возможно, оно сбылось. Но, может быть, я слишком общее желание пишу, но нет вот, какой-то да. конкретной цели. А как правильно загадывать желания? И главное, как сделать так, чтобы они все-все сбывались? Давай сегодня спросим у нашего психолога. Здравствуйте. Здравствуйте, Артём. Давайте обсудим. Давайте. Артём Скобелкин, семейный психолог, психотерапевт, специалист по решению личных и семейных кризисов, помогает разобраться в отношениях, в сложных жизненных ситуациях, сделать правильный выбор, избавиться от чувства вины и обиды. Стаж консультации 12 лет. Все как-то таинственным образом совпадает. Вселенная должна исполнить. Дед Мороз существует. Исполнено. Дед Мороз это мне принесет, не я же буду себе это покупать. У нас есть вопрос от зрителя. Привет, мпсихи. У меня возник вопрос. Нужно ли разговаривать с ребенком перед Новым годом о том, существует Дед Мороз или нет? Артём, ну вы загадываете желания в новогоднюю ночь? Обязательно. Обязательно. И я как раз-таки некоторые желания прям держу, придерживаю, не загадываю какого-нибудь бря. Чтобы не обрадоваться раньше ночь, времени. Чтобы в новогоднюю ночь прям залпом выпустить вселенной, чтобы она это все уже исполняла и отдувалась за меня. А сбывается, да? Сбывается. И очень интересно так получилось. Я совсем недавно нашел ту бумажку, которую писал в Новый год, когда еще в 2003 году учился, только начинал в институте, и вот все вещи запланированы мной на дальносрок, там на 5, 10, 15 лет, про книгу выпустить, про участвовать в передаче, про все эти вещи, они все сбылись, и количество детей, в общем, все как-то таинственным образом совпадает, и я понимаю, что это работает. А может быть, вы слишком реалистичные загадывали желания? Может, это были просто планы, а не желания? Да, я всегда загадываю достаточно реалистичное, прагматичное желание в цифрах, в килограммах, еще в чем-то. Возможно, это и позволяет достичь желаемого быстрее, потому что как психолог я знаю, что есть такой эффект Розенталя, такая вот штуковина, когда человек, который нацелен на какой-то результат и надеется, что этот результат будет, он все события как-то именно так к ним относится, что вот-вот, это же как раз про это. И, кстати, этого эффекта боятся люди при исследованиях, чтобы какое-нибудь исследование научное проводят, чтобы ожидаемое не повлияло на то, что они действительно смотрят, но я считаю, что именно в новогодние праздники это во благо. Вот, кстати, это интересно, потому что желание подразумевает под собой как будто какую-то магию, волшебство, а цели — это когда человек на себя больше рассчитывает и стремится к этому. Ну, то есть здесь как лучше сделать, чтобы это была цель, которую надо разбивать там на подцели или еще что-то, но человек берет на себя эту ответственность. Либо когда загадывает желание, он как будто во Вселенную же передает свои мысли. Это Вселенная должна исполнить, а не он Мне сам. Мне кажется, что мы люди, мы обладаем определенным такой вот могуществом. Мы бы могли наши желания прям загадать, они бы исполнились, если бы не наши сомнения, не наши переживания, не наша какая-то надломленная самооценка в детстве или в подростковом возрасте. Но так как праздничные дни, новогодние дни, они отличаются таким какой-то атмосферой праздника, они отличаются от будней каким-то эмоциональным полем таким заряженным, то таким образом сомнения убираются. И ведь Дед Мороз это мне принесет, не я же буду себе это покупать. Для писем Деду Морозу. Слушай, а может напишем? Вдруг сбудется? Ну а что просить будем? Хотя, может быть, прибавку? И мы себя окружаем этим магическим. И вот эта вот ритуальность, вот это вот, чтобы давайте мы эту бумажку напишем, давайте мы сожжем, давайте бросим в бокал, а потом выпьем. То есть абсолютно нелогичная вещь, здравомыслящий человек. Но я все равно так делаю. Но мы же это делаем, и в голове, значит, мы что-то уже договорились со Вселенной, чтобы так исполнилось. Потому что давайте мы сейчас прям наполним наше с вами собрание вот этой магией. Вот смотрите, замечательная коробочка с сердечком. И в ней пожелания. И сейчас, когда вы достанете пожелание, вы выберете именно то, которое будет именно для вас. Готово? Да. А там хорошее, да, пожелание? Надеюсь, там нет плохих, да. Там не очень. Там про налоги, про какие-то пени, там, да, что-то, капремонт. Да, конечно. Для себя внутри. И вот это точно исполнится. Ничего себе. Именно так. Давайте закрепим еще вот этим, вот смотрите.
исполнено, да? Будет все, исполнено. Теперь точно будет исполнено. И на самом деле вот это вот, знаете, ритуалы, которые мы сами придумываем, даже если они какие-то ерундовские, даже если они вот про 0000, хотя это уже такое общепринятая штуковина, что именно в этот момент должно быть, да? Или про любые другие моменты, мы их наделяем этой магической силой, и они начинают этой магической силой обладать. Поэтому я за то, чтобы пользоваться этим временем прямо на полную катушку. Ну вот у нас был вопрос от зрителей как раз про Деда Мороза и про то, надо ли рассказывать ребенку, что Деда Мороза не существует. Что? Кого не существует? Забери свои слова назад. Мне кажется, Деду Морозу это не понравится. А вообще жизнь мужчины делится на три этапа. Знаете, когда ты веришь в Деда Мороза, потом когда ты не веришь в Деда Мороза, потом когда ты сам Дед Мороз, да? Но я вот вам скажу... Нам сейчас, нас сейчас дети, возможно, тоже смотрят. А поэтому... пускай смотрят, я поэтому и говорю, да. Что на самом деле я как тот человек, который в костюме Деда Мороза 4 раза перед 4 группами выступал в детском саду, я могу сказать, что Дед Мороз существует, потому что как только ты берешь этот посох, одеваешь эту шапку, этот нос красный и вообще все это делаешь, ты становишься не тем, кем ты был, а ты реальный Дед Мороз. И ты прям о-о-о. Я Мороз, красный нос, с белой бородою. Ущипни, тогда слез, не шути со мной. Дяденька, вы вроде бы уже взрослый, а ведете себя как дурак. И я считаю, что Дед Мороз на каком-то таком энергетическом плане, вот, но это все равно есть, это какое-то собирательное чудо, которое позволяет волшебству сбыться, подарком появиться. То есть, на мой взгляд, я до сих пор твердо убежден, что Дед Мороз не только есть, но он как бы неотъемлемый такой участник, персонаж этого праздника. Давайте мы тогда перейдем, наверное, ко второй части, как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось. Может не сбыться, и это будет плохо, а может сбыться, и это может быть тоже плохо. А можно одно желание вот загадать, пока бьют куранты? Желаю не видеть и не слышать моих соседей. Не говорят, то не сбудется. Того человека с такого-то адреса, пусть он давай мой сладкий сахар ко мне. Есть 10 правил, которые позволят вашему желанию осуществиться, а вам поверить в то, что оно осуществится, и таким образом ускорить вообще осуществление этого желания. Давайте мы о них с вами поговорим. Давайте. Достаточно серьезно. Во-первых, цель, которую вы задумываете, желание, оно должно быть именно ваше желание, а не о том, что бабушке поскорее дали палочку, там, да, или что, или чтобы наконец-таки я смогла позволить своим детям что-то там, отправить их в Диснейленд. То есть это все-таки про нас, потому что будет запускаться наша мотивационная сила, наше желание. Поэтому первое желание, оно про то, что не навязанное кем-то, а когда дочь загадывает, что я хочу хорошо сдать экзамен. Милый Дедушка Мороз, посодействуй в этом, да? Второе, это желание должно быть от первого лица. Я получу, я смогу, я постройнею, я полечу, ну, вот все вот эти вот вещи, тогда-то, тогда-то. Что еще важно? Важно, чтобы наши желания были этичны и не касались напрямую других людей, чтобы соседи перестали уже колотить, сверлить и еще что-то делать. Хочу увидеть соседку снизу, Кэтрин. Сейчас. И вот желание, когда мы, допустим, загадываем относительно других людей, оно может не сбыться, и это будет плохо, а может сбыться, и это может быть тоже плохо. Именно поэтому четвертое правило. Нам нужно внимательно продумывать каждое слово. Нет ли в нашем желании какой-то двусмысленности? Например, я желаю, чтобы у меня все было. И у тебя действительно все исчезает, потому что до этого у тебя все было. Да? Или что? Желаю не видеть и не слышать моих соседей. И ты потом не видишь бездомным? И не слышишь вообще, и никого не видишь, и никого не слышишь, да? То есть, это сейчас не относится к какому-то конкретному правилу, да, там, 5, 6, 7, но важно, чтобы желание, оно было достаточно коротким, сформулировано 5, 7, 8 словами, чтобы без этих вот во-первых строках своего письма, да, то есть без вот этого длинной такой вот штуковины, мы обдумывали каждое слово, и самое важное – указать детали. Не конкретизируя, например, какие-то вот общие, такие короткие сжатые сроки, мы можем сказать, что я хочу быть стройным, хочу в этом году постройнеть и весить 61 килограмм, например. Потому что наш ум, он фиксируется на деталях, им очень важно, чтобы мы это все оценивали, и таким образом мы вроде как бы и
И кушать кушаем, как и кушать, как кушали, и ходим, как ходили, но раз у нас действительно 61 килограмм. Потому что наша психика работает вот так. Она и услышала приказ, приказ был эмоционально заряжен, при этом был какой-то колокольчик. И 100% это волшебство должно сбыться и случиться. Что еще очень важно чувствовать здесь? Про детали мы сказали. Очень важно, чтобы у нас мы при этом, при желании, когда мы вот наше желание проживаем, да, и почувствовать удовольствие, как будто мы уже это ощутили. Потому что таким образом мы к нашей мысли, мыслеформе добавляем эту энергию удовольствия и радости. И, конечно же, желательно не рассказывать сразу всем об этом желании, что я хочу вот это, чтобы сбылось, потому что вот эта энергия разбазарится, и мы уже сейчас получим слишком много этой радости, которую должны были там получить, и Вселенная посчитает, что зачем, мы же уже обрадовались. Фразы «не говорят, а не сбудется», у нее есть какие-то... Да, потому что есть завистники, которые не хотели бы, чтобы у нас этого было, например, да, а есть и мы сами, которые мы уже обрадовались, у нас уже не осталось каких-то сил двигаться дальше, мы уже это получили. Что еще важно? Да, исключить частицу «не». Это прям такая... Очень банальное, очень затертое правило, но оно действительно действует. И понимать его нужно вот как. Это не значит, что просто нельзя говорить «не», там, что «недосоленое», что-то на «не», да? «Неделя», там нельзя говорить «неделя». То есть, тут важно, чтобы тот образ, который мы загадываем, это не было неприятным. Да? Не хочу ослепнуть, умереть и вообще и где-то быть, ну, то есть пропасть в какой-то пучине огненной. Там, да? Мы говорим о чем-то приятном, да? о том, что я хочу, чтобы у меня получилось слетать, да, или побывать, а не то, чтобы... Ну, только, пожалуйста, не делай так, чтобы я не там уволен, заболел, и, ну, такие вот вещи. Это, я думаю, и так понятно, но вот это вот негативный образ убираем, и частицу «не» тоже убираем. А, не надо ставить слишком четкие временные рамки, потому что, ну, желание желаниями, но наглеть, мне кажется, Вселенная тоже не очень это любит, когда именно 15-го в 15 я должен получить свое желание. Ну, хотя бы до конца года можно же такое заказать? Или хотя бы век надо конкретизировать, да, или какой жизни. Или в этой жизни, да. До конца года, да. То есть мы, или кто-то дает себе такую возможность выскользнуть из этого и сказать настолько, насколько это будет благополучно и правильно с точки зрения Вселенной и всего мира, там, да, еще чего-то. Важно еще очень два момента. Это, то есть 9-е и 10-е правило, зафиксировать на бумаге. Обязательно должно быть написано куда-то. Да? Не в телефоне, не с смс-кой. Потому что это не существует на физическом уровне. Это должно быть прям написано. Желание надо говорить вслух. Это вроде кармы. Вырази его, и оно может сбыться. Впервые слышу. Это правда, поверьте. Не обязательно сжечь, но обязательно, десятое правило, проявить первичную активность для того, чтобы оно сбылось. Например, мы говорим, хочу в этом году купить ту машину, которую я всю жизнь хотел. И первичная активность – это такая проверка на намерение. Взять и записаться на тест-драйв этой машины. Или хочу прыгнуть с парашютом. Да, хотя бы посмотреть и прийти, узнать, сколько стоит, что делать. То есть, когда мы эту первичную активность создаем, то Вселенная понимает, что… Ну, я буду говорить таким достаточно не совсем научно-психологическим языком, а таким бытово-психологическим. Мы показываем нашему миру и, самое главное, самим себе, что мы готовы это все принять и получить. Вот такие вот 10 правил существуют. Если мы их будем придерживаться, то и ум, и психика, и Вселенная, и все-все-все будет нам светить. А можно одно желание вот загадать, пока бьют куранты, или можно заранее подготовиться и написать несколько, сколько успеешь за минуту? Знаете, есть дети, которые думают, что они загадают, какое одно желание они загадают, взмахнув волшебной палочкой, а есть другие дети, которые сразу загадывают себе волшебную палочку личную. Да? И поэтому здесь вот есть такое правило здоровой наглости, да, когда вот мы как бы, если вот это вот так решили, пусть будет так. А да, еще люди пишут, и дети, и взрослые пишут письма Деду Морозу. Это, наверное, немножечко, да, другая какая-то история. Ну, то есть ты заранее к этому готовишься, у тебя есть время, а не как когда в новогоднюю ночь. Один из моих знакомых сравнил письмо к Деду Морозу, детское или там взрослое, да, как такая своеобразная молитва в позитивном ключе, обращенная куда-то вовне, там, да, потому что я это отправляю, я это и от сердца, от самого, да, и у написания писем есть такие достаточно одно, наверное, правило, оно не про то, чтобы заказывать. Не про заказ. И многие родители, чтобы как-то понимать, чего хотелось бы их детям, да, чтобы знать, что ждать от Деда Мороза, они просят ребенка, ну, конкретизируй, напиши, сколько весит, в каком магазине и на какой полке. Слушай, вот было бы здорово, как в детстве. Вот ты что, Дедушке Морозу не пожелаешь? Тебе все родители покупают.
И ребенок не должен воспринимать это как заказ, потому что это абсолютно не заказ. И должно быть, вот, например, и подари мне подарок, который бы мне понравился, да, или подари мне то, что ты посчитаешь, ну, не знаю, не то чтобы нужным, но что-нибудь, начинающееся на «ле», да, вот. И заканчивающийся, например, на «о», да, что-нибудь такое, не дешевле скольки-то там. Но смысл в том, чтобы это, опять-таки, не превращать вот в это вот акт и чек, и товарную какую-то накладную, а чтобы это было написано больше о том, что в этом новом году я вот это, вот это, вот это сделал. В следующем году мне было бы здорово вот это, вот это, вот этого, и если ты посчитаешь нужным, и посчитаешь мою скромную персону, достойной этого, то ты можешь подарить мне что-нибудь на две красненьких купюры из Хабаровском, например, там, ну, или, в крайнем случае, на одну. А вот еще интересно, сейчас очень модно стало делать карты желаний и вырезать из каких-то журналов. Вот это, мне кажется, для нескромных людей, когда не одно желание, а много желаний во всех смыслах. Смотрите, ведь мы имеем на это право, мы имеем право хотеть, желать, тем более, что это мы сами будем делать. Наша задача – ум настроить на то, что у нас это может быть. Самое главное – это посметь. Да, поверить самое главное, это, да? Нет, не поверить, а посметь желать. Я имею право желать, я достоин этого. И я сегодня хотел вам показать действительно то, как можно карту желаний нарисовать. Как выглядит вообще карта желаний? Это вот такой вот ватман, да, ватман, где мы просто берем и наклеиваем то, что в следующем году мы хотели в нашу жизнь впустить. Здесь может быть наши поездки, путешествия, что-то связанное с тем, как я хотел бы провести и чему уделить время. И вроде бы это как будто бы какой-то достаточно хаотичный, разбросанный материал, да, по бумажному носителю. Но на самом деле, когда мы упорядочиваем это, да, то у нас появляется целый примерная программа, что и как сделать. И здесь это очень похоже на фэн-шуй, когда мы ставим тумбочку именно в определенном месте, зная свое число гуа, да, и вот ставим и понимаем, что все, теперь сидение на этой тумбочке будет заряжать нас позитивной ци. И вот здесь точно так же. Мы разрисовываем, и вот если кто-то смотрит нас в YouTube, может поставить на паузу и прямо вот зафиксировать, потому что каждая из этих зон отвечает за определенный сегмент нашей жизни. И все, что касается, его можно как-то так совместить, в общем, они вот здесь соотносятся, и таким образом мы концентрируем наш ум именно на исполнении этого. Потому что раз мы это добавляем в нашу жизнь, мы уже автоматически привязываемся к этому, не в плане каком-то манипулятивном, да, а в том плане, что мы понимаем, что когда-то это будет в нашей жизни. И многие люди, кстати, которые раньше, ну, мальчики, да, которые ставят на свои wallpaper, на свои рабочие столы какую-то машину, они в итоге понимают, что они сейчас ездят на той машине, которая раньше им только хотелось, только потому, что они все это время смотрели на нее, отдавали свои силы, мысленные чувства и прочие вот эмоции, и это все сбылось. Поэтому карта желаний – это классный момент для того, чтобы как-то совместить одно с другим и увидеть те наши пробелы или, наоборот, несостыковки в мыслях, когда мы одновременно хотим жить в Венеции и под Рязанью купить свиноферму. То есть когда вот мы вместе это все хотим, мы понимаем, что так. Может быть, в Венеции нам свинофермить понемножечку. Или, наоборот, перенести что-то такое вот сюда. То есть это вот тоже очень важно сделать. Поэтому я хотел бы сейчас, помимо вот рассказа об этом, поделиться еще вот каким упражнением. Когда мы с вами говорим про карту желаний, есть такое психологическое упражнение, называется «Сочинение. Как я проведу этот год». То есть мы привыкли в школах писать, как я провел это лето, или как у меня было что-то. А можно перед Новым годом или в Новый год, да, в 31 числа, когда мы действительно подводим все итоги, это тоже очень важно делать, подводить итоги, мы можем написать сочинение, как бы я хотел провести следующий год, написав от лица 31 декабря следующего года, что весь этот год я нещадно летал на самолетах. Я посещал симпозиумы, я побывал в Женеве. Зачем-то я вообще сходил в какой-то большой театр или еще куда-нибудь. Я побывал там, про меня написали в газете что-то хорошее. И вот и такое сочинение, оно, по сути, позволяет фантазировать взрослым людям, которые фантазии все меньше и меньше используют, и поверить в это, что это возможно. Потому что самое главное, что нам сделать, поверить, что все, что мы захотим, оно может в нашей жизни появиться, если мы будем правильно, верно себя вести. А вот есть, есть еще просто такой феномен, знаете, когда люди говорят, что ты только перестаешь об этом мечтать, и оно сразу исполняется. Конечно, самое главное психологическое правило в желаниях – ничего нельзя хотеть слишком сильно. Когда человек начинает чего-то хотеть слишком сильно, не дожидаясь физических, материальных причин для этого, возникают проблемы. На
На материальном уровне это проблема с долгами, когда человек много-много набрал долгов, еще не будучи готовым иметь вот эту дорогую вещь, а потом расхлебывать всю жизнь. На каком-то эмоциональном плане, если человек очень сильно хочет, чтобы наступило завтра, и скорее бы мне вручили эту медаль, ему всегда вручат не ту медаль, не тот диплом, не с той стороны написанный, то есть... Потому что, видимо, у Вселенной есть тоже свое чувство юмора, и она тоже учит. То есть надо захотеть и отпустить это желание. Отпустить. Например, есть такое упражнение «елочная игрушка». Давайте я вот сейчас смотрю, какие красивые игрушки. Человек, например, хочет машину, хочет квартиру, и тут не страшно хотеть чего-то материального. Конечно же, мы хотим саморазвития, можно и солнышко себе повесить, но можно купить домик, если мы хотим построить свой дом в новом году, можно купить елочную игрушку домик и повесить ее на елочку и забыть об этом. Но висящий домик на елочке всегда будет притягивать наше внимание, и мы концентрируем свое внимание на достижении цели в будущем. Угу. Тоже классная штуковина. И, кстати, давайте мы сейчас проверим, а приятно ли получать подарки. Я тут подготовил. Это что, тест? Для вас. Так, так. Не тест, а подарочки. И вот смотрите. Настоящие? Вы потом их не заберете? Волшебно. Я хотел вам пожелать, каждый из вас, сказочного Нового года, и чтобы вы прочувствовали это волшебство уже сейчас, Катерина. Спасибо. Надежда. Спасибо. Можно это смотреть? Вам. Спасибо. Правда здорово? Очень. И это же волшебство, поэтому давайте это. Давайте это делаем. Какая-то милота. Идем дальше. Идем дальше, да. Вот смотрите, по поводу загадывания еще желаний. В интернете много всяких советов. Известный психолог Татьяна Мужицкая отвечала тоже на... Часто рассказывает на вопросы, как правильно загадывать желания. И ей задали вопрос в одной из программ... Как можно ли загадывать отношения с человеком, который не отвечает тебе взаимностью? И как это правильно сделать, если это возможно? Вот давайте посмотрим, что она ответила. Вот это такая самая большая засада, потому что формировать можно относительно себя. Ведь на самом деле вы хотите быть с этим человеком, потому что именно рядом с ним вы что-то такое испытываете. Угу. Так вот, задача, чтобы вы для себя этот критерий сформировали, хочу вот так себя чувствовать. Чувствовать себя таким же любимым, такой же любимый, так, чтобы обо мне вот так вот заботиться. Я себя вот такой хочу чувствовать, а будет ли этот человек или какой-то другой, возможно, лучший? Да, я вообще полностью согласен, только потому что... Здесь нужно, в такой ситуации, когда человек загадывает, чтобы тот, кто не хотел бы быть с ним, сейчас был с ним все время, тут нужно бояться и ситуации, когда это исполнится и не исполнится. Потому что если это исполнится, а человек не захочет быть с ним, но при этом он будет привязан какими-то волшебными нитями, то жизнь загадывающего превратится в ад. И поэтому здесь важнее действительно понять, а мне каких эмоций хочется. Мне хочется рядом иметь человека с такими качествами, как вот у этого, так вот тогда я, может быть, это и загадаю, чтобы я с этим человеком испытывал положительные эмоции или испытывал. Чтобы он был похож вот на того-то, чтобы было вот так. Но давая Вселенной возможность для какого-то маневра, а не просто вот того человека с такого-то адреса, пусть он, давай мой сладкий сахар ко мне все ближе и ближе, и привяжи еще, да, меня праздничным каким-то скотчем. Не нужно переступать какие-то экологичные такие принципы, нужно, чтобы все было позитивно, хорошо и добровольно, самое главное. Давайте еще ответим на несколько вопросов от зрителей. С радостью. Все кредиты остались в прошлом году, и ипотека туда же. Каждый Новый год у меня плохое настроение. Не трогай, потом ты будешь есть до часу ночи. А потом оно не происходит. Да, и, соответственно, разочарование. Родители уже живут отдельно, и нам никто это не организовывает. Мы думаем, а что-то какая-то скукотень. Задался вопросом, насколько адекватны традиционные новогодние пожелания. Вот, например, принято желать, чтобы старые проблемы остались в уходящем году. То есть тем самым предлагают не найти решение проблемы, а просто закрыть на нее глаза. Как, что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что так как праздник – это все-таки легкое и веселое мероприятие, да, то здесь важно не отягощать слишком сильно вот этими умозаключениями. Действительно, это не просто, что все мы забыли, и все кредиты остались в прошлом году, и ипотека туда же. Да? Хорошо, это бы, про да. то, что да, мы будем сейчас находить новые способы, новое решение, зарядимся волной оптимизма какого-то, да, и будем двигаться дальше. Но действительно, и автор этого вопроса тоже прав. В том плане, что мы не должны махнуть и сказать, что все пропало, все плохое пусть уйдет, потому что первое число придет и как будто бы останется. И платежи, и платежки, и прочие всякие штуковины. Но мы должны находить новые способы, вот старые не нужны. У нас должен быть психологический вот такой повод для того, чтобы разделить старое
и новое. Каждый Новый год у меня плохое настроение. Примерно за неделю до праздника на меня наваливается ощущение безысходности. Раньше я искала причины вовне, сейчас понимаю, что дело только во мне. Где бы я ни встречала Новый год, меня преследует чувство одиночества среди толпы. Как избавиться от этого? Вот, как правило, у этого есть психологические причины. Кто-то в 2016 году на совместном праздновании Нового года застрял в туалете, и пока все как раз били куранты, он там пытался как-то вылезти из этого, из плена. И потом, уже забыв об этом, он всегда об этом вспоминает. У кого-то, для кого-то Новый год из детства ассоциируется «не трогай» и «бьют по рукам», это на Новый год. Да, «не трогай», потом ты будешь есть до часу ночи с огромным животом, но сейчас не трогай. А для кого-то праздник – это просто целые 31 декабря, проведенные у плиты. И вот это вот потом имеет какие-то свои последствия. И нужно здесь задать вопрос, а почему? Почему для меня это так? Что для меня Новый год? Если Новый год – это еще раз один способ напомнить себе, что вокруг меня нет ни друзей, ни знакомых, ни подруг, ни котенка, ни кого-то еще, то это действительно очень печально. То есть сказать, что это день умирания прошлого года. Да? Для кого-то это, наоборот, лишний повод собраться, встретиться. Ведь мы так не так часто сейчас это делаем. И поэтому здесь все-таки надо смотреть через такую позицию благовеста, через нахождение позитивного, правильного и яркого, и светлого, а не акцентируясь на том, что все ужасно. Поэтому если человек чувствует, что Новый год, у него сразу падает настроение, сахар, гемоглобин и антитела, то значит нужно задаться вопросом, почему, от чего и когда это впервые возникло. А еще, знаете, слышала такое мнение от человека, что девушка говорит, она, я говорю, каждый год жду чуда, что вот оно произойдет, я в таком напряжении, в ожидании этого чуда, а потом оно не происходит. Не происходит, да, и, соответственно, разочарование. Да, иногда бывает так, что человек загадывает слишком какое-то вот огромное чудо, да. Кто-то хочет, чтобы были новые радости, кому-то нужны новые чиновники, кому-то нужны новые какие-то люди рядом, да. Может, и поэтому просто ощущение вещи, праздника которые... ждет человек. Да, есть те люди, которые слишком либо много хотят, либо те люди, ну, как сказать, дают какие-то нереальные цели себе ставят. А есть те люди, которые хотят, чтобы сейчас было радостно, хотя радость будет зависеть от них. Как вы знаете, когда мы были маленькие, это нам родители устраивали, там какие-то нужны карандаши скручивать, кто быстрее скрутит, там что-то победит. А потом родители уже живут отдельно, и нам никто это не организовывает, и мы думаем, а что-то какая-то скукотень. Только готовится целый день, а потом скукотень. Да, еще сидишь, и живот лопается. То есть, поэтому мы сами должны это сделать. Но вот эту вот магию, которую мы должны вносить, ее правда нужно делать. Если год змеи, и нужно одеться в змеиное, давайте одеваться в змеиное. Пусть это не сработает, но а вдруг сработает? Вдруг мы так будем сидеть все в каком-то вот сейчас год будет скоро тигра, и если мы будем все таком в тигроидном сидеть, да, как тигры из Винни-Пуха, но это же прикольно. А я всегда за прикольность. Ну, в общем, желаем всем правильно загадывать желания. И чтобы ваши правильно загаданные желания сбылись только в лучшем из этих вариантов. Да, и наступающим волшебства. Наступающим Новым годом! Ура, ура, ура! С Новым годом!